Растет число импортируемых случаев заболевания COVID-19. Только за последние две недели зарегистрировали 44 таких зараженных. Большинство приехали из Турции. По данным Министерства здравоохранения, из этой страны вернулись 12 заболевших. Еще 9 приехали из Румынии. 4 человека подхватили новый коронавирус во Франции, по 3 в Украине и Великобритании. Всего же за последние 14 дней в стране зафиксировали почти 5000 случаев заболевания. Большинство, около 2500, в Кишиневе. Еще 174 в Новых Аненах, на один меньше в Единцах. И 166 пациентов выявили в Еловенах. С начала пандемии COVID-19 подхватили 243 беременные женщины, в основном на последних сроках. Также болезнь подтвердилась у 1600 детей, в частности до 17 лет. По словам властей, из-за того, что растет число случаев заболевания среди несовершеннолетних, снизился средний возраст пациентов с COVID-19. В связи с этим в нескольких районах больницы было решено перепрофилировать некоторые отделения. Мы ездили в Комрат и решили, что в районной больнице Чадырлунги совсем скоро будет открыто отделение для детей.